Снова здравствуйте. Мы с радостью продолжаем эфиры на Укрлайф ТВ. И с нами на связи эксперт Института будущего Игорь Тышкевич. Игорь, здравствуйте. Очень рада вас видеть. Здравствуйте. Взаимно. Игорь, ну там же в Беларуси потрясающая предвыборная ситуация. Вот вы написали, что Лукашенко нервничает. Ну чего ему нервничать столько лет президент? Вроде, казалось бы, все под контролем. Или что-то в Беларуси происходит не так, как ожидал батька? Есть несколько процессов, которые немножко не под контролем. Во-первых, то, что происходит в 2020 году именно сейчас, это существенно отличается от диспозиции, с которой Лукашенко подходил в конце 2019 года. Кратко объясню, почему. То есть, вот если анализировать, когда происходит там электоральная революция, массовое выступление людей, и вот сопоставлять их с графиком роста ВВП, то чаще всего это происходит на пике. Либо вверху, либо на дне нападения. То есть на возрастающий, не спадающий, очень редко люди протестуют. Потому что на возрастающий люди думают, ну завтра будет лучше. На не спадающий, ну как бы там оптимизировать свои расходы и удержаться. Но когда вот это вот лучше, вот оно более-менее стабильно, и появилось, либо замедляется рост, либо появляется угроза падения, человек начинает задавать неудобные вопросы. То же самое внизу, когда падение вроде бы остановилось, может начаться рост, но человеку хочется больше. Тогда случаются революции, майданы, массовые выступления. Теперь давайте посмотрим. То есть Беларусь входила как раз-таки в состояние такой стабильности. То есть небольшой экономический рост, в принципе, привычный, но и более-менее как-то было прогнозируемо. И тут все заговорили об экономическом кризисе. Вот. И его перспективы действительно замаячили. На это навалилась, скажем, частично нефтяная война с Российской Федерацией, которая, в принципе, Лукашенко пошла в плюс, но с точки зрения экономики, как бы там ни было, это тоже показало определенные приближение, скажем так, не самых приятных моментов. И дальше пошла пандемия коронавируса, закрытием бизнесов и так далее. Соответственно, естественно, что на этом фоне возникает множество вопросов у людей, и протестные настроения, они растут. Пункт номер два. Пункт номер два – это… А можно еще по пункту номер один? Да, конечно. Игорь, вот у нас же сложилось такое впечатление, что Беларусь как-то относительно спокойно перенесла этот коронавирус, ничего не закрывали, даже парад проводили, ну, да? Смотрите, сколько бизнесов… С точки зрения, скажем так, того, как спокойно либо неспокойно, то есть, на мой взгляд, еще раз, я убежден, что сами меры, которые принимались, они адекватные. Вот. Но это как раз-таки уже более пункт два. Потому что сами меры, они адекватны, при этом определенное дистанцирование, оно есть, причем достаточно интересно, потому что вот тут можно говорить там о белорусском, можно ли доверять белорусской статистике, но есть такая вещь, как статистика Гугла. Вот, то есть статистика Гугла, которая проанализирована на базе своих данных, ну, мы же все знаем, что, скажем так, браузеры и сервисы Google, они следят за гражданами, и они проанализировали, среди прочего, такую вещь, как мобильность белоруса. Так, ограничение мобильности белорусов, то есть карта, как люди меньше стали ходить на работу, больше дома и так далее, она совпадает с данными, например, по Чехии, она близка к данным по Эстонии и так далее. То есть говорит, что каких-то ограничительных мер в Беларуси не было, но это, точнее, что они не применялись, это тоже неправда. Вот поэтому, но с чем был провал? Провал был с коммуникацией. То есть людям надо объяснить. И вот почему важно, что людям надо объяснить. То есть, первое, в Беларуси, с одной стороны, вот лукашенковские заявления там про водочку, про женщин, про трактор, это традиционный его электорат. Но его электорат уже ждет какого-то, скажем так, ухудшения жизни, он тоже нервничает. А с другой стороны, в Беларуси сформировалась достаточно большая группа, которая в том числе была движителем процессов во время революции достоинства, которая гарантировала Зеленскому второй тур. Это городской средний класс, то есть представители более-менее новых бизнесов, которые желают... Игорь, можно последнее... Игорь, простите, можно последнюю фразу еще раз? В то же время в Беларуси есть еще второй электорат. Вот первый электорат уже ждет ухудшения. И второй электорат. Второй электорат – это так называемый городской средний класс. То есть это представители новых бизнесов, это люди, которые зарабатывают на себя, это малый, средний бизнес. Это не только айтишники, как про это принято говорить. И если сравнивать с Украиной, то по большому счету эта же самая социальная группа в Украине, она была, ну как бы сказать, движителем, таким идейным вдохновителем и революции достоинства. И позже она же привела во второй тур Зеленского. Не говорю, что гарантированного победу,
Но во второй тур это в значительной мере эти люди. И вот если смотреть белорусскую систему отношений власти с обществом, то есть и Лукашенко с избирателями, то вот эта группа, она лежит вне этой старой системы. Вот она просто вне. Долго а она время... большая или маленькая в Беларуси? Ну, смотрите, она может быть, дать есть, какой-то есть... определяющий голос? Давайте посмотрим вот с точки зрения населения 9,5 миллиона. Да? С точки зрения только работников парка высоких технологий, это 80 тысяч, это без компаний, которые работают в парке высоких технологий, это 80-90 тысяч без сопутствующих бизнесов. Далее, сфера обслуживания, это еще где-то 1100-150. Идем дальше. Логистика, наукоемкие предприятия те же самые, потому что их достаточно много. То есть суммарно это получается где-то не менее 400 тысяч рабочих, точнее работников и владельцев бизнеса. Соответственно, это социальная группа, это в таком случае 800 от 800 тысяч до миллиона. Это серьезно. И вот эти люди, они вне системы. То есть очень долгое время они жили, я позавчера подслушал очень хорошую фразу, это называлось внутриэкономическая эмиграция. Внутренняя эмиграция. То есть что это такое? Для них, в принципе, создали определенные условия для ведения бизнеса, и государство особо не трогает. У них есть более-менее, создались соответствующие бизнесы по обслуживанию, это и индустрия развлечений, там кафешки и так далее, и тому подобное. И это все существовало как-то без артикуляции вопросов, сосуществование с политической системой. При этом государство пыталось понемножку эти группы приблизить, то есть то кого-то владельца бизнеса притянуть как консультанта, то создавать разные советы, то есть какой-то небольшой процесс шел. Но теперь возникает интересная ситуация. Пандемия, во-первых, ожидание кризиса. Эти люди, естественно, нервничают, потому что они ожидают от государства адекватной реакции, и уже не просто не внутренней эмиграции, они ожидают ответов на свои вопросы. А этого нет. Политика по отношению, скажем так, к борьбе с коронавирусом. Вот в эту группу как раз-таки разговоры о водочке, о тракторе, о женщине, они не заходят совсем. И вот получилось, что две достаточно мощные группы, они немножко недовольны, мягко говоря, немножко. Вот. И на этом фоне, естественно, есть плюс ко всему, есть еще информационная, скажем так, машина Российской Федерации, которые, сами понимаете, что на фоне провала интеграции, на фоне нефтяных войн, на фоне резких высказываний из Минска, я думаю, что и вы, если следили за российскими медиа, вы замечали, что уже появились и бульбофашисты и так далее. Наивно было бы ожидать другой реакции от российской идеологической машины. То есть российская пропагандистская машина не очень-то Лукашенко помогает. Я бы сказал, что она его не любит и ненавидит всеми фибрами души. Вот. И, соответственно, пошел накат по российским каналам, причем как официальным, так и используя новые медиа. Если брать, например, коронавирус, то общий подход был такой, что Лукашенко сошел с ума, что белорусы умирают там десятками тысяч и так далее и тому подобное. Ну и, соответственно, на часть населения это тоже влияет. И вот сопоставление всех этих трех факторов, оно создало социальную базу, на которой... начальный этап президентской кампании должен был выстрелить, потому что в Беларуси любая электоральная кампания, такой вот островок, когда бьют, но не слишком сильно, и садят, но не слишком надолго, то есть такая свобода. Вот, и вот на момент вот этой вот свободы как раз-таки люди решили проявить свою позицию, сказать свое фе, в том числе государству и государственной власти. И это выражается тоже в массе своей как раз-таки с белорусской спецификой, то есть белорусы любят там писать жалобы, подписываться и так далее, поскольку идет этап сбора подписи за выдвижение кандидата в президенты. Само собой, что это все вылилось в достаточно такие яркие элементы. И плюс ко всему прочему, такая социальная база, она породила появление как минимум 3-4 интересных кандидатов, потому что... Есть тот же самый Тихановский, о котором все говорят, но это технологический проект, который начинал свою раскрутку, который создавался как раз-таки под компанию, потому что эта группа сайтов, эта группа интернет-ресурсов, она возникла полтора года назад из ничего. Можно проследить просто элементы насыщения технологий, элемента расстраивания, скажем так, инфраструктуры, поэтому это оставим. Тут, как говорится, была целенаправленная работа по выходу на пик в определенный момент. Но, например, выход того же самого Бабарыка, Цепкала, либо еще нескольких предпринимателей, которые начинают апеллировать
каждый к своей группе, то есть кто-то как раз к городскому среднему классу, кто-то к владельцам бизнеса, к представителям властной вертикали средней руки, то есть это, естественно, ну, тревожный сигнал для Александра Лукашенко. Само собой, что на фоне нехватки знаний, возможно, опыта, может быть, просто людей, активно и креативно работать, особенно с новым медиа, власть, ну, мягко говоря, не умеет. То есть получается дубово, получается убого, значит, зачастую, и, соответственно, это только добавляет баллов оппонентам, которые как раз-таки в значительной мере мобилизуют свой электорат через YouTube, через то же самое TikTok, через Instagram, через социальные сети. Поэтому тут вот это вот все вместе, оно создало такую ситуацию. Но дальше, понимаете, дальше будет развиваться весьма-весьма забавно, потому что, с одной стороны, та же самая Европа, она явно шлет сигнал Лукашенко, что все нормально, дядя, мы тебя хотим видеть. Вот, то есть, в принципе, Европа не против, чтобы Лукашенко... Ну, смотрите, я приведу парочку просто фактов. Во время пандемии, когда все думают о том, стоит ли, как говорится, связываться, ограничивать мобильность, в Беларусь прилетает господин Орбан. Проводит встречи с Лукашенко. Это за был яркий визит, я вам хочу сказать. За день до этого Польша отправляет в Беларусь партию медицинского груза, так сказать, гуманитарную помощь, крупнейшую в истории Польской Республики. Перед этим Польша заявляет, что приоритетом внешней политики на ближайшие годы становится Беларусь. Перед этим вспоминаем американскую нефть и так далее и тому подобное. То есть получается, что по большому счету сигнал, по крайней мере, ближайших соседей, ну, почему бы нет? Можно говорить. Сигнал от Китая тоже, ну, мягко говоря, недвусмысленный. То есть китайцы тоже, в принципе, склонны поддерживать именно Лукашенко. То есть на этом фоне получается забавная ситуация, в чем-то продолжение или повторение ситуации 2010 года, когда есть потепление с ключевыми внешнеполитическими союзниками, ну, точнее, внешнеполитическими партнерами альтернативно России, при этом очень жесткое ухудшение отношений с Российской Федерацией. Это припадает как раз-таки на время президентской кампании. То есть, соответственно, то, на что может работать или желанный результат для Российской Федерации, это когда в Беларуси у самого главного, как говорится, руководителя вертикали сдадут нервы, будет силовой разгон, то есть то ли в результате провокации, то ли чего-то. И идеально для России это попадание Беларуси под санкции, потому что тогда она станет неинтересной Китаю, Европа отгородится, ну и, соответственно, Минску некуда будет деваться. То есть я напомню, что в 2011 году после попадания под санкции Беларусь вошла в таможенный союз, хотя еще в конце 2010 года и Путин, и Медведев говорили, что таможенный союз заработает без Беларуси. Вот поэтому этот вариант для Российской Федерации интересен. Ну тут если смотреть, например, из Минска, вот тоже происходят нетипичные вещи. То есть то о чем если бы мне сказали это 10 лет назад, я бы улыбнулся, сказал, что это очень маловероятно. То есть и Лукашенко... когда говорит негативно о своих оппонентах, он говорит не с точки зрения их там умственных либо каких-то способностей, либо чего-то еще. Он говорит, что за ними стоит Россия. И это же тиражирует государство средств массовой информации. То есть то, что белорусская идеологическая машина будет пугать обывателя российским реваншем в Беларуси, либо, скажем так, русской весной, русским влиянием, то есть раньше это было на уровне намеков, сейчас это именно часть вот такой официальной государственной пропаганды. То есть для меня, по крайней мере, именно такая открытость, такое повышение градусов, оно достаточно интересно. Ну, само собой, говорят не о Российской Федерации, говорят о олигархических кланах в России, которые хотят там, ну и так далее, там подобное, дальше по тексту. Вот вы считаете, что победа Лукашенко гарантирована? Нет. Или можно перефразировать вопрос и сказать, кто сегодня реально может быть оппонентом для Лукашенко? Вопрос, что сегодня ситуация такая, что у части общества есть запрос просто на изменения. То есть это скорее протестное голосование. Это раз. Второе, то, что с точки зрения результатов выборов, то с вероятностью процентов 80 Лукашенко будет объявлен президентом. Но, по-моему, и мы с вами, если не ошибаюсь, разговаривали несколько месяцев назад, договорили в том числе, на что будет ставить Россия и Лукашенко в год выборов.
когда обсуждали белорусскую тематику. То есть для Российской Федерации критично важно развернуть свои пророссийские политические проекты. То есть пророссийские — это не означает, что они будут заявлять там про русский мир. Это проекты влияния. То есть они могут ходить с национальными флагами. Вот говорить, что мы там за независимость, за что-то еще, но просто при этом кормиться идеологически, либо финансово и так далее от Российской Федерации. И это возможно только тогда и только тогда в полной мере, когда ты имеешь выходы, в том числе на чиновников хотя бы средней руки. А чтобы выйти на чиновников средней руки, ты должен ухудшить показатели легитимности Лукашенко в их глазах. Это значит, что если Лукашенко не добирает тех самых 50% от пришедших, если чиновники это видят, но им есть приказ, назовем так, нарисовать больше, такая вещь, как лояльность, она испаряется. То есть тогда уже репрессивная машина не так работает. И тогда можно засылать к этим людям гонцов. Поэтому Российская Федерация, она по состоянию на сегодня, она пытается просто тоже максимально через свои информационные ресурсы, ну, несколько, так как говорится, дополнительно качнуть ситуацию, чтобы посмотреть, как это будет. Потому что из ключевых, назовем так, кандидатов, либо тех людей, которые собирают больше всего подписей, по состоянию на сегодня, из наиболее узнаваемых средств массовой информации, либо в интернете, Россия теоретически может работать с каждым, вот. Но при этом с точки зрения именно вхождения большими деньгами, большим ресурсом, я пока не вижу этого. Потому что, условно говоря, компания Тихановского, да, она яркая, это YouTube-компания, но она не стоит больше 2 миллионов долларов за год. То есть для России это копейки. Это, давайте так, даже в Украине это стоимость выборов в областную раду. Ну, то есть это не деньги для... То есть это нельзя назвать серьезным вмешательством. Да, да, там, возможно, пару технологов каких-то давали консультации, потому что, ну, даже символика, тот же самый тапок там и так далее, она очень напоминает то, что раньше обкатывалось на российском, скажем так, на просторах России. Без проблем. Бабарыка, ну, при его контактах, при его работе на структурах «Газпрома», тут тоже вход мог быть намного большим, тем более, что человек сам не бедный, то есть пока что есть вероятность, что все-таки действительно свои деньги. Третий — это Цепкал, он там частично свои деньги, ну и снова-таки он более нишевый по состоянию на сегодня, то есть он работает в первую очередь на средний класс, поэтому тут свои. И вот интересная ситуация еще в чем, что еще власть пугает. В Беларуси разрешены избирательные фонды. Избирательные фонды? Да. Да, это вот, как говорится, в авторитарном государстве кандидат в президенты либо в депутаты, он уже несколько лет как может открывать счет, на который люди, компании кидают деньги. Вот причем... И за это никто не приходит, не сажает их в тюрьму, никто не приходит налоговые, нет. То есть все нет. Проходит нормально. Да, вот это вот как раз-таки интересно, вот это тоже то, что возможно, в украинских реалиях будет интересно, то есть да, естественно, проверяют транзакции, имею в виду государственные органы, реально ли это транзакция, то есть не есть ли это отмыванием денег. Вот. Но как бы там ни было, эти счета есть, с них спокойно деньги тратятся, причем сейчас, по идее, должны даже снимать ограничения на эти счета. Вот. И получается, что то, что Лукашенко тоже пугает, это скорость наполнения этих счетов. Ага. То есть даже так. Да, то есть реально туда закидываются деньги. Причем, насколько я понимаю, то, что идет нервная реакция, что значительная часть денег, она идет как раз-таки от граждан. Вот. И это тоже такое себе проявление протестных настроений и так далее. Но при этом я бы их не переоценивал, потому что, с одной стороны, прав кто считает, а второе, это то, что сама кампания, она имеет несколько этапов. То есть сейчас это даже не кандидат, а президент. Это люди, которые собирают подписи за то, чтобы этот человек мог стать кандидатом в президенты. Вот. После этого начнется агитация. То есть для вот таких вот массовых проявлений протестов самый удобный момент – это именно сбор подписей. Потому что тогда инициативная группа, каждый сборщик может становиться пикетом. То есть ты можешь разворачивать неограниченное число пикетов по всей стране, ты можешь разговаривать с людьми. Момент агитации – это уже официальный представитель штаба, это уже доверенные лица, они подают заявление, то есть количество массовых акций резко сужается. Да, невозможно становится более, ты можешь проводить митинги, там, встречи и так далее, но само количество, оно сужается.
По рейтингам все понятно, да? Никаких сюрпризов. Смотрите, да. С одной стороны, в интернете Лукашенко набирает при интернет-опросах 3%. Как, но с другой стороны, давайте вспомним ситуацию 2019 года, когда в том же самом Фейсбуке, то есть, условно говоря, условно пропорошенковские группы давали результат 90% за Порошенко, группы прозеленские давали противоположный результат. Тут просто вопрос сегментации аудитории того или иного СМИ, либо той или иной интернет-площадки. С другой стороны, в сеть прошла социология, Институт социологии НАН Беларуси, именно по уровню доверия. Вот. И доверяют Лукашенко от 24 до 30% населения в зависимости от региона. Но снова-таки, зная социологию, вы понимаете, что уровень доверия, он всегда ниже уровня электоральной поддержки. Ну, то есть где-то 50%, где-то процентов 45% есть у Лукашенко. 50% у него нету, поэтому он как раз-таки волнуется. Ага, вот, то есть, ну, тут вопрос, я думаю, что вопрос игры на тонкого, то есть сейчас где-то, если брать именно электоральный замер, будете ли вы голосовать, вот, то я думаю, что это колеблется где-то в районе 45-46%, то есть 45 плюс-минус. И как раз-таки, ну, пока что сказали свое слово, сделали шаг оппонента Лукашенко. Система пока работает, ну, назовем так, по-советски, пытаясь, с одной стороны, запустить репрессии. С другой стороны, я не исключаю, что, например, как в случае репрессий против тех же самых видеоблогеров, что это, возможно, дурость, а возможно, выход на заранее спланированную эскалацию. Почему? Потому что, когда ты показываешь, что доводишь ситуацию до абсурда с силовым давлением, у людей, естественно, часть людей пугается, потому что тут очень интересно, что в компанию пришли так называемые небитые люди. Прошу прощения, последний разгон в Беларуси — это был 2012 год. С дубинками, с газом, такой так, хардстайл. То есть за это время целое поколение, которых просто не били. То есть арестовывали, там могли кого-то, кому-то дать штрафы, но не били. То есть целое поколение небитых. Это раз. И эти же люди, они не знают, до какой ступени может пойти государственная машина. Когда включается государственный пресс, причем ну, с точки зрения людей моего поколения, ну это так еще пока, ну, как говорится, терпимо и не такое переживали. Но для нового человека это может быть, с одной стороны, это ужасно, с другой стороны, страшно. То есть часть уже отпадет, а часть наоборот, она выйдет на протест. Но проблема в том, снова-таки, в этапах кампании. То есть эти люди выйдут, будут ходить на пикеты по сбору подписей и так далее. И пик кампании придется как раз-таки перед регистрацией кандидата в президенты. А потом хлоп, и все пошло вниз. То есть это тоже вполне предсказуемая вещь. И плюс ко всему Лукашенко, скорее всего, будет играть как раз-таки к 3 июля. Это День независимости Беларуси. То есть парад уже был. Соответственно, надо провести что-то большое. Я думаю, что будет что-то типа Всебелорусского народного собрания. Традиция у него такая, проводить такой народный хурал перед выборами. Я думаю, что это проведут на День независимости. Ну, слишком знаковое совпадение, да, то есть что-то надо сделать. То есть он представит свою программу, где частично будет говориться о какой-то модернизации страны, не называя это реформами. И тут интересно будут действия правительства, потому что правительство тоже очень интересно носит вот такие вот точечные, как бы сказать, подает точечные знаки. Вот, потому что, ну, например, если брать даже языковой вопрос, то первое распоряжение нового премьер-министра было по-белорусски. Впервые за 12 лет. Ничего себе, интересно. То есть это именно такой первый знак. То есть, понимаете, то есть получается вот такие вот, с одной стороны, это что-то типа разделяя власть, с другой стороны, вот тоже определенный сигнал электорату. Ну и теперь пойдем немного дальше, потому что общая какая-то нестабильность, перефразируя старый добрый фильм, стабильности в мире нет, и это стало чувствоваться все более и более с каждым днем. Да, как-то все больше. Игорь, ну вот я уверена, что вы внимательно следите за всем тем, что происходит. Как вы думаете, это что? Что это вдруг стало происходить? Вот я, знаете, я почему-то подумала о всех происходящих вещах в контексте вот общего отношения граждан разных стран, ну, если хотите, просто к политикам, которые достаточно там, ну, долго составляли политическую элиту. И вот вдруг люди высказывали протест из одной страны в другую. Это был Трамп, несистемный политик, это было в Италии, это было там, казалось бы, во Франции. Ну, Макрона можно с натяжкой называть несистемным, но тем не менее там в Украине и так далее. И вдруг, совершенно неожиданно, то есть
несистемного политика недостаточно, оказывается. То есть таких протестов недостаточно. То есть хочется еще чего-то. Вот то, что сейчас происходит, это какие-то глубокие процессы или это просто, ну вот, так случилось и завертелось? По большому счету, это отражение достаточно нескольких сразу процессов. Во-первых, перестройка мировой экономики. То, о чем тоже много раз говорили, чем пугали, то есть что такое новый технологический уклад, это в том числе перераспределение значимости и доли значимости определенных профессий, родов занятий и так далее. Раз. Другое, это кризис традиционной европейской демократии, потому что если еще 15 лет назад европейская либеральная демократия это был образец, и все были уверены в том, что это единственное условие быстрого развития, качественного развития страны и общества, то появление тех же самых азиатских государств, которые демократическими назвать нельзя, ну совсем никак, потому что мы можем восхищаться Ли Куан Ю и Сингапуром, но, извините, я буду долго смеяться, если кто-то назовет Сингапур демократией. Вот, поэтому, соответственно, появление, это уже возникают вопросы. Попытка навязать определенные методы государственного устройства либо общественного диалога в различных странах, они зачастую дают сбой. И плюс есть глубинные проблемы в самих государствах, потому что пытаясь построить вот это вот государство всеобщего благоденствия, государство всеобщего счастья, если посмотреть количество тех же самых социальных гарантий, количество таких вот попыток никого не обидеть, вот этот язык политкорректности политиков старой элиты, получается, иногда это доходит, как бы сказать, до абсурда, до смешного. Вот. И все это вместе, накопилось, это получается, что старый механизм, который был в свое время достаточно отлажен, со своими социальными лифтами и так далее, он начинает обвешиваться новыми там, кулечками, условиями и так далее, и рано или поздно этот механизм перестает работать. И вот он начал давать сбои, население, естественно, это видит, население хочет чего-то нового, то есть либо каких-то несистемных людей, которые предлагают более простые решения по принципу «давайте этот старый механизм немножко либо изменим, либо отбросим». И вплоть до того, что, при этом, да, мы вроде бы за новый механизм, но мы не хотим, чтобы кулечек с нашими гарантиями куда-то исчезал. Вот это очень похоже то же самое на подход, при том, что в Украине вроде бы финансовая ситуация намного худше, но давайте так, украинские политики льготники. То есть все говорят, почему-то они льготники. Да. Нет, так если смотреть, что в Украине по состоянию 2 года назад было 18 миллионов дел льготников, а самих граждан, которые пользовались льготами, было более 12 миллионов. Вот теперь представьте, что мы в какой-то категории говорим, ваши льготы не слишком дорого стоят государству, давайте мы вам даже просто монетизируем. А чему я? Почему я должен быть первым? Вот забирать у кого-то другого. И вот примерно та же самая ситуация, то есть там, правда, это более, более чувствительная ситуация, и плюс неработающая система. Поэтому, да, это проявляется. А, и еще один аспект – это изменение информационной картинки. Что такое изменение информационной картинки? Давайте так. Ваш канал, он выходит на Ютубе. Мы с вами общаемся сейчас по Скайпу. 15 лет назад это было. Этого еще не было, наверное, 10 лет назад. Вот очень, очень простой пример. То есть изменились источники информации, изменилась скорость доставки информации, изменилась способность верификации, в том числе изменились параметры устойчивости к информационным атакам, потому что, условно говоря, вот система как раз-таки и европейской демократии, вот политическая система, она была чрезвычайно стабильна 60-70-е годы. То есть появился телевизор, который контролируется. Есть печатные средства массовой информации. То есть, чтобы даже начать информационную операцию на чужом информационном поле, ты должен был либо войти в телевизор, либо начать печатать газету. Да, это правда. Да. Вот, то есть, соответственно, сама государственная система, то есть я не говорю власть, а именно система общества, либо система государства, она могла фильтровать поле от атак, либо создавать какие-то системы предохранения. А постоянно сегодня этих систем нет. Вот как раз-таки пандемия коронавируса, она это прекрасно показала. Потому что давайте так, вот у нас есть, даже украинская ситуация, у нас есть COVID-19, и у нас есть официально признанная последние, если не ошибаюсь, 12 лет, эпидемия туберкулеза. Вот, как по мне, то прошу прощения, туберкулез более страшная гадость.
Вот. То же самое, да, естественно, есть проблемы, в том числе системы здравоохранения, но просто проблема, насколько это переходит именно уже в публичную политическую сферу, она колоссальна. То есть, снова-таки, была одна достаточно сильная пандемия в конце 60-х годов, более, если не ошибаюсь, там 20 либо 30 тысяч умерших за несколько недель в Соединенных Штатах Америки, и это было на фоне того, когда проходили фестивали в Устоке. Но тогда борьбой, скажем так, с болезнями занимались медики. Комментировали медики. Понимаете, вот в этом как раз-таки отличие от сегодняшней ситуации. То есть информационное поле намного шире, и, соответственно, те же самые представители и старых, и новых политических элит, то есть часть населения, она привыкла, что или хочет, чтобы о них заботились. И вот они пытаются показать вот эту заботу, давайте мы дома посидим, давайте еще что-то. Где-то карантинные меры оправданы, где-то неоправданы. Смысл в том, что это должны коммуницировать в первую очередь медики, но не политики. Вот мне интересно, я вот обратила внимание на тенденцию, которая в Германии, да, наблюдалась, вот совершенно еще до коронавируса Ангела Меркель, уже так все относились к ней как к уходящему политику, и там о ее влиянии говорили намного меньше, и партия имела слабый рейтинг, ну, откровенно говоря, да, за последние годы там ниже всего. И вдруг, после коронавируса, ценность Ангелы Меркель возросла очень сильно, и даже многие в Германии заговорили о том, что не остаться ли Меркель. Означает ли это, что после коронавируса, после того, как будет наблюдаться такая, если хотите, национализация вот, экономик, то есть закрытие экономик... Экономики, политики, информационного поля, да. всего вместе. Вот, да-да-да. Означает ли это, что придет время вот таких же лидеров, как мы там говорили, там, Рейган, даже та же Меркель, даже нет, вот таких политиков, которые будут... Ну, от которых будут ждать решения очень многих вопросов. Естественно, потому что вопрос таких вот больших потрясений, в том числе информационных, он выставляет на первый план роль личности, то есть даже не системы. Вот, снова-таки, сравнивая ситуацию 60-х годы США и сегодня, 60-х годы США работала система медицинская. Можно говорить, она была слабая или нет, но работала система. Но сейчас работает личность. То есть Трамп это использует на себя. То же самое Германия. В Германии работала система, но смотрит на личность. То есть во времена кризиса, либо во времена, когда ты не уверен в завтрашнем дне, все хотят, ну не все, но значительная часть общества, она хочет увидеть, ну кого-то там, как говорится, вожака стаи. Вот. Там можно более обидные, скажем, эпитеты применять, но лучше чего что-то такое красивое, то есть какого-то пророка. И, соответственно, запрос вот на таких личностей он возрастает. При этом во времена кризиса имеет все шансы проявить себя как раз-таки тот, кто делает. То есть что сделала Меркель? Она честно сказала, она сделала, она показала результат. Соответственно, это большой шанс для политика, который сейчас при власти. То есть если они грамотно скоммуницируют, если они грамотно используют, то почему бы нет? В этом смысле, что в России происходит, я так думаю, что все равно так где-то немножко подсматривали на то, что там происходит. Вот вам как кажется, проблема будет для Путина выход из вот этого кризиса? Или... Я думаю, что это наложило серьезное, скажем так, серьезный отпечаток на политику, потому что это ключевое там по 9 мая и так далее. Но Путин сейчас будет показывать себя, как бы сказать, таким достаточно эффективным управленцем, ангелом-хранителем России и так далее. То есть Путину необходимо одна либо две там внешнеполитические успехи, причем это могут быть ничего не значащие, ну, типа приглашение там на GSM 8 участникам, еще что-то, чтобы просто показать, вот мы победили. Вот. Сейчас вроде бы, скорее всего, будет населению предлагать в качестве внешнеполитической победы договоренность по Ливии, возможно. Ну, то есть что-то вот такое, это раз. Второе, максимально упрощенное голосование всеми возможными способами за новую конституцию, при том, что если посмотреть видеоролики, которые пускают по российскому телевидению, там уже и гей-пары, там, и что угодно. То есть набрали вот стандартный вот набор наиболее таких ярких страшилок и говорят, что вот если мы не проголосуем за новую конституцию, которая обнуляет срок Владимира Владимировича, то понимаете, что вот все кары небес, они свалятся на Россию. То есть и знаете, это заходит. То есть, соответственно, сейчас идет этап подогрева электората.
Потом, независимо от того, он будет либо не будет голосовать, потому что, да, еще раз обращаю внимание, что голосование за Конституцию, оно проходит, да, типа народное голосование, это не выборы. То есть там каких-то норм придерживаться не стоит, поэтому тут вообще руки развязаны. Соответственно, подогрели, показали результат, показали, как хорошо, но потом поставили жирную точку в качестве какого-нибудь там празднования большой значащей даты, там, например, там, не знаю, годовщина падения Тунгусского метеорита, который отскочил от Сибири и раздавил подлых америкосов, либо что-то подобное. То есть это не проблема выдумать. Ну, сейчас вроде бы собирается там конец Второй мировой войны, ради бога. То есть это дату всегда можно придумать. Главное, чтобы вот пеплу зашло, чтобы народ радовался, народ ходил, пускал слезу и молился на нового царя-батюшку. Ну вот, и если подводить какой-то итог в качестве прогноза, я так понимаю, что каких-то серьезных изменений, вот, ну, скажем, до октября вы не предвидите у наших соседей? Да я думаю, что нет. Ну, там традиционно российский накал. Единственное, что они будут пытаться где-то откусить. Я, кстати, и Беларусь тоже имела в виду. И Россию, и Беларусь. Беларуси будет интереснее. То есть там Лукашенко, скорее всего, результаты у него будут не самые приятные. И учитывая и правительство, и учитывая снова-таки запрос на изменения, ему главное сработать с этой второй группой, то есть ее надо вписать в систему. То есть как раз-таки он городской средний класс, потому что если он с ней не сработает, то она будет постоянным раздражителем, она будет вот как палка, которая постоянно где-то в колесах так и норовит выбить несколько цепей. Но и эта палка, она очень опасна, потому что, а что такое средний класс? Это люди, которые способны финансировать проекты. И белорусская ситуация это показала. Причем это и более ранние празднования там, годовщин Белорусской Народной Республики. И сейчас процесс собирания на штрафом тех, кого... То есть государство получается, что оно выписывает штраф человеку через онлайн-площадки сбора денег. Значительная часть из них достаточно быстро собирает деньги. Вот, то есть это просто часть общества, которая может дать ресурс, в том числе для оппозиционной активности. И учитывая, что по логике жанра, кстати, это уже и анонсировалось в том числе официально, что, скорее всего, в Беларуси тоже будет меняться конституция, будет создаваться какое-то подобие партийной системы. То есть, ну, вы понимаете, что для Лукашенко важно не создание там реальных оппозиционных партий, а создание якобы оппозиционных, то есть, которые будут вот, а теперь я тебя назначаю, будешь ругать президента. Вот, то есть, вот таких вот товарищей, причем разного аспекта, там, правый, левый и так далее. Вот, и появление возможного ресурса, который может вложиться в реальную оппозицию, для него не слишком нравится. То есть управляемые процессы лучше, поэтому для него сейчас критично важно это использовать, ну, в том числе данные выборы, точнее результаты данных выборов, на определенной мере канализацию вот этих вот протестных настроений и среднего класса, вот, и представителей нового бизнеса. Поэтому я не исключаю, что, например, из троицы ключевых игроков, ну, во-первых, все три, они работают на создание партии в будущем, то есть ни один из них не работает на то, чтобы систему изменить сегодня и сейчас. И я не исключаю, что как минимум один из них – это проект администрации президента Лукашенко, просто рассчитанный на чуть более позднюю перспективу. Так это покажется ситуация. То есть в качестве какого-нибудь преемника? Нет. В качестве лидера новой политической силы. В качестве преемника там очень интересно. То есть, скорее всего, вопрос преемника именно личности, он будет определяться. Просто вопрос другой. Что вот если посмотреть кадровые перестановки в белорусском правительстве последних... Ну, месяцев 8-9, то есть Беларусь ожидают несколько неприятных, назовем так, решений, ну, экономических, которые дары по населению, но любые преобразования, а в кризис придется проводить, они неприятны для населения. И вот очень интересно, что часть, назовем так, молодого поколения, которые выступали за резкую либерализацию экономики, они выведены из-под удара. Часть некогда ключевых людей, они выведены либо в частный сектор, либо как один из бывших вице-премьеров сейчас он курирует экономику из администрации президента. То есть формально он не отвечает за экономику. Но, думаю, понимая ситуацию белорусского правительства, вы отдаете себе отчет, что администрация президента в данном случае важнее. То есть он формально не отвечает, но он с другой стороны наблюдает. Вот. И кто-то выведен в бизнес, кто-то выведен, как говорится, за штат. То есть получается, что этих людей спрятали на... Либо они сами ушли, как говорится, на сложный период. И, соответственно, токсичности они на себя не будут забирать токсичности непопулярных решений. А правительство, которое ушло, естественно, что оно примет несколько таких решений, оно будет потом обновлено после президентских выборов, потому что это закон, оно должно быть обновлено.
Поэтому это правительство пока что на 2 месяца. И после этого Лукашенко может со спокойной душой заявить, что в случае, условно говоря, если решения были правильными, если они быстро дали результат, что вот видите, я ж молодец. Вот если они были неправильными, скажут, ну вот доверился, но хорошие люди не меня подвели. Вот, и, как говорится, спихнет на них токсичность, отправит в отставку, а потом снова придет на работу правительства. Через пару минут. Игорь, спасибо вам огромное. Были очень рады вас видеть. Спасибо большое. Спасибо, всего доброго. Игорь Тышкевич был гостем эфира «Наука ЛФТИ», за что мы ему очень признательны. Вы оставайтесь с нами, мы продолжаем наши эфиры. И, конечно, мы благодарны вам, нашим спонсорам на платформе Patreon.